случае невыполнения законных требований вы будете привлечены к административной. Нашу милицию, нашу армию, наши власти остановить насилие, прекратить кровопролитие, прекратить хватать и бить ни в чем не повинных людей. Мы хотим показать, что мы пришли с открытыми руками, без оружия, так же, как и остальные демонстранты, которые выходили на акции. Это у вас оружие, это вы делаете насилие. Не надо брать честных выборов, они выступали за насилие. За насилие тут выступает только одна сторона, и мы требуем остановить. Участвовали первый день в мирных протестах, дальше уже просто невозможно, потому что дети маленькие и все прочее. Просто мы делаем то, что можем. Это не милиция! Это позор! Мы должны вас защищать!